Мойте гланды, потому что сейчас они станут влажными от той воды, которую я вам дам попить. Только смотрите, для того, чтобы... Вот поднимите сначала руку каждый, кто хочет пить. Охуеть. Окей, смотрите, для того, чтобы каждый попил, поскольку у меня нету воды, чтобы прокормить абсолютно всех людей, которые живут на планете Земля, мне нужно раздать бутылки так, чтобы каждый попил. Для этого. Кто тянет руку сейчас? Я кидаю, и мы всей командой кидаем вам бутылку. Естественно! Естественно! Я услышал. Я кину. Смотрите. Это первое правило было. Поднимаем руки. Второе правило. Если вам прилетает вода, вы открываете, пьете пару глотков и даете соседу, который тоже тянет руку. Договорились? Второе правило, третье точнее уже. Если рядом с вами кто-то поймал воду, вы не продолжаете тянуть руку, а просто просите у соседа. Тогда попьют вообще все. Вообще все. Договорились? Попьем, как одна большая пиздатая семья Лиды. Все, я кладу микрофон. Тяните руки, но вообще всегда, пока вам не прилетит вода. Пока не прилетит вода вашему соседу. Просто тяните, чтобы я знал, куда кидать. Все, пока. Больше некуда, блядь. Коля! Отдай свою мать, а не тебя. Николай! Вам не хватило воды, пацаны? Или просто тянете руку наверх? Коля! Обещал мать! Есть еще одна на всякий пожарный, вы точно не попили? Коля! Не, я понял, им похуй, они просто так сели на спины. Братан, не советую. Коля, дай майку! Окей, теперь. Вопрос, вы точно попили все? Потому что сейчас будет пиздец. Нет, Коля! Коля, отдай майку! Допивайте быстрее воды. Я еще даже сам попью. Еще одна. Коля! Отдай майку, Коля! Вы можете уже... Я сейчас попью вам, да. Коля, отдай майку! Коля, отдай майку, пожалуйста! Коля! Майку отдай, пожалуйста! Майку отдай! Свою, да! Отдай! Коля, давайте что-то пожалуйста! Коля, мне 30, отдай по-братски. Мне тоже. Да, блядь, Коля, блядь. Извини, пожалуйста, я думал, вы знаете, что я кидаю воду, и я кого-то уебал сейчас, да? Меня уеби, Коля. Все нормально, никого не уебал? Если уебал, прости, вот тебя, да, в маске? Все нормально? Все, красавчик. Короче, вот почему я вас готовил, потому что сейчас вы всем залом нихуёво европитнетесь. Знаете, Шума Гадарида через 5.
А теперь делайте дело, ради которого вы сюда пришли. Погнали! Европит! Вы самый лучший город на планете Земля.